На площади у районного дома культуры в прямом смысле слова образовалось море цветов. Несколько сотен видов растений представили предприниматели и селекционеры из Сочи и других городов. Приобрести посадочный материал плодово-ягодных деревьев и кустарников, рассаду, уличные, комнатные и экзотические растения можно не только по приятным ценам, но и в душевной обстановке. Здесь совершенно другое общение. Человек вам расскажет и нюансы выращивания, какие-то интересные особенности растения, то, что не расскажет продавец в магазине. Это самый важный, наверное, аспект выставки. В этом году организаторы выставки отмечают юбилей. Вот уже 10 лет каждую весну сочинцы и гости курорта приходят на ярмарку в поисках новых коллекций. В этом году ассортимент пополнился двумя чрезвычайно красивыми комнатными растениями – диплодении и бегонии. Увеличить свою домашнюю цветочную коллекцию решила и Зоя Корнилова. Я люблю очень цветы, у меня свой дом, и у меня весь сад утопает в цветах. У меня только 150 наименований роз сколированных. Вот я пришла купить, но то, что мне надо, я не нашла. В рамках выставки был организован конкурс на лучшее растение. Члены жюри определили еще несколько номинаций. Например, лучшей фиалкой признан этот фиолетовый пестролист. А среди новинок прошлого сезона первое место досталось зимней сказке. Это растение выращено известным селекционером Еленой Коршуновой. Кстати, ее же «Остров сокровищ» занял призовые места сразу по двум номинациям. Отметить понравившийся цветок могли и посетители. Помимо растений на выставке представлены все необходимые товары для их выращивания, а также оригинальные дизайнерские подделки. Форум городских цветоводов будет работать в течение 3 дней. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.